Привет, друзья, с вами Сэм, и мы продолжаем проходить Bioshock Infinite. Напомню, содержание предыдущей части нашего прохождения. Мы прибыли на Колумбию в компании Букера Двита, это наш главный герой, дабы найти девушку и уплатить долг за свои игровые проигрыши на ставках. Так, поехали. Сейчас нас должны ждать несколько наград. Ух ты, даже кучка наград, я бы сказал. Версия игры полностью русифицирована будет. Стимовская версия, к сожалению, не поддерживает субтитры в диалогах, которые слушаешь с помощью магнитофонов, которые находишь в прохождении, поэтому пришлось заменить ее на полностью локализированную версию. Конечно же, качество перевода будет немножечко теряться, но зато нам не придется отвлекаться на перевод и прочие мелочи. Ну что ж, давайте начинать, посмотрим первые вступительные ролики. Так, вспоминая день открытия. Ох, нет, друзья, я еще при первом прохождении, конечно же, не выдерживал смотреть весь этот психодел, потому что там иногда попадается интересная инфа, но ну ее нафиг. Лучше мы сами с ней разберемся. Так, здесь нас ждет награды, и та парочка веселая. Зачем вы идете за мной? Мы уже давно здесь. А вот зачем ты за нами ходишь? Я... Аперитив? Улучшение щита нам предлагают взять. Замечательно. Добавляет отталкивающее магнитное поле, усиливающее защиту. Замечательно. Что это было? Как странно. Странно, что сработало. Странно, что он не умер. Магнитное поле вокруг тела может быть довольно полезным. Если не убьет. Именно. Замечательно. Могли бы предупредить до того, как я его, блин, выпью. Так, еще один экстракт, друзья, можно подобрать. Что же мы хотим взять? Щит, увеличение солей, либо экстракт здоровья. То есть мы набираем себе потихонечку... щиты, вот эти все соли, и наши планочки увеличиваются. То есть давайте возьмем еще немножко щита. Очень уж полезно. То, что доктор прописала. Так, а это случайно не мертв ли чувак? Он очень мертвецкий выглядит. Ладно. Их еще здесь две. И там еще две. Хорошо, давайте возьмем еще щит. Немножечко солей. Здоровье не будем особенно упирать, потому что... Так, убираем снижение. Да, в этой игре, кстати, есть снаряжение, можем удевать вещи, которые будут влиять пассивно на наши там способности. Вот, например, на аэротрассах оружие носит на 50% больше урона. Взять, одеть. Хорошо. Дальше. Следующее снаряжение. Обоймы всего оружия увеличены на 75%. Ну, просто, блин, бомба. Замечательно. Я перезаряжаю свой пистолетик, и теперь вместо 12 патронов 21. И это только в пистолете. Замечательно. Так, шанс оглушить противника в рукопашной. Замечательно. Так, брюки, которые позволяют нам получать 70% шанс на получение призрачного союзника после убийства противников. Так, какие куча бонусов. Так, вот, если у нас снаряжение с, как бы, должно быть надето на замен тому, что у нас уже есть, мы можем выбрать, взять новое, либо оставить старое, а этот положить как бы в запас. Так, если человек, находящийся под действием гипноза, убит, он взрывается. Соседние враги получают 360 единиц урона за 5 секунд. Это сапоги. Покажи сравнение. Да, конечно же, давайте наденем их, потому что на аэротрассах нам урон, в принципе, не нужен. Брюки в рукопашном бою можно сбить противника с ног. Нет, давайте-ка просто... возьмем снижение, не будем его надевать. И еще у нас что есть? Шляпа. За найденный голософон получаете серебряные орлы. Сравниваем с возможностью оглушения. Нет, конечно же, лучше просто оглушение, потому что ну, голософоны не часто попадаются. Так. Ботинки скорохода. Увеличивают скорость при уклонении и действуют при движении в сторону и назад. Теперь я хочу ботинки. Господи, зачем давать одного и того же на выбор-то, а? Учить урон механикам на 50% вместо ботинков. Нет, не надо. Механиков у нас мало. Так. И закуски увеличивают скорость. Ну, тоже, конечно же, нет. Вместо наших патронов. Нет, ни за что. Так, как? Кофе, денежка. Да, здесь золотой слиток. Получаем не кисло 500 монет целых. Так, здесь давайте возьмем еще солей. И еще одну баночку солей. Отлично.
Все, кажется, все подобрали. Здесь есть соли, но у нас, в принципе, их и так максимум. Давайте время за стойки, мы посмотрим, что у нас есть. Денежки по мелочам. Здоровьице и все. Потом у нас максимум. Хорошо, так, снаряжение. Здесь оно у нас находится, либо нет. Хорошо, поехали. Ну что ж, друзья, все, мы получили от них плюшечки полезные. И давайте-ка двинемся дальше, смотрите, что нас ждет впереди. Не забываем про денежки. Так, посмотрите, какая красивая игрушка. Браво, просто браво. Да, как видите, переведены все совершенно надписи. Бакалея и мясо, точнее. Так, что мы должны делать? Мы должны двигаться сюда, и сейчас нам дадут возможность попрыгать по крюкам. Магнитный пробел, чтобы зацепиться. Ух! Чертов крюк намагничен! Да. Главный герой, конечно, переведен не то чтобы уж очень хорошо. Ну, оригинал, конечно же, будет на голову выше, но тут уж ничего не поделаешь. О, патроны для автомата. Да, скоро, друзья, нас ждет автомат. Так, мы можем сразу прыгнуть на противника сверху и вот... А вот автомат. Отлично. Убираем патроны. У нас их 62 в обойме сейчас. Здесь все погнали. Хорошо. Переключаемся на... И кто нас здесь ждет? Я думал, здесь кто-то будет. А вон и противники. Давайте-ка аккуратненько подходимся. Что это за хрень? Получи бомбу! Ушел! Догорел. Там кого-то кто-то стреляет. А кто-то он кого поливает, интересно. Друзья, вы сейчас тоже это видели, да? Занимательный был глюк, как это еще называть-то? Ой-ой-ой. О, добили достаточно легко, между прочим, получилось добить. Хорошо. Так, убираем здесь все пикашки. Так. Конечно же, он автомат этот не так больно пробивает по хедшотам, как пистолет. Но... В целом так. Ловите. Так. Хотелось бы переманить, там где-то должно быть вдалеке. Да, вон стоит вдалеке штучка, которую можно... Блин, не то. Надо было бы переманивалку включить. Давайте вот переманим нашего противника. Не получилось, увернулся. Вы посмотрите, а? Ой. Убираем все фишечки, аккуратненько и обходим. Здесь можно, кстати, устроить поджог масла, если бы у нас сейчас было соли. И противники так есть, взорвали. Ну, куда ты? Готово. Ой, еще один корабль. Кстати, напомню, друзья, играем мы на максимальной сложности. Ну, что ж, такое не мог никак попасть. Ничего, вышло неплохо. Так, давайте-ка запрыгнем на корабль, подберем все плюшечки, которые здесь могли остаться из... Да, нет, из робота ничего не осталось. Хорошо. Как они интересно выглядят внешне, а? Да, да, вот все эти мелочи на фоне на русском языке будут, конечно же, гораздо приятнее. Слушайте, а мы не могли случайно? Ну да, пройти? Нет, не могли. Хорошо. Так. Давайте пошаримся немножечко здесь. Посмотрим, можно ли мы что-то скушать. Яблочки, денежки по копейкам, но немножко капает. Отлично. Так. Патронов у нас целый вагон. Можем не экономить. Аккуратно. Негритянское общество Колумбии. Окей. Вкусняшки. Отберем. Кто-то там разговаривает. С ними же так обращаются.
Насилие всегда можно избежать. Так. Это же он. За ним все гонятся. Уходите, вас ищут. Полиция. А, то есть это... Ой. Нам нужна помощь. Они здесь. Пс, тише. Да, тихонько. Проходим, проходим, проходим. Комнатки. Интересно, здесь типа укрывают... Так. Портреты президентов. Пошли дальше. Отлично, никто не зашел. Я думал, сейчас будет стрельба, но нет. Замечательно. Так, здесь у нас что есть? Здесь у нас есть мешочек, а в нем есть пирожное. Я бы на сейф какой-то надеялся, нет. Патроны. Соли. Преступника! Есть, отлично. Сейчас стрельба пошла. Так, где-то здесь замигал. О, давай переманим. Получилось, получилось, отлично. Салюты! Вот этот вот эффект этого стреляния не считаю, друзья, как мы уже... Куда ты? А наш, между прочим, неплохо там заливает автомат, который мы переманили. Они, между прочим, противники по нему тоже начинают стрелять в ответ. И, возможно, успеет его взорвать. Черт, он отвалился обратно. Все, он перестал быть нашим. Хорошо. Ой, это где-то намечается огнеметчик, да? Давай-ка мы тебя оторвали ему нахрен голову. Убегаем. Вау. Да, он там взорвался тут, да? Или просто кинул... Нет, это вот он по сплэшу ударил. Отлично. Так, убегаем, убегаем. У нас заканчивается патрон, осталось две обоймы. Он закидывает сюда. Так, так, так. Сдохни, сволота ты огненная. Что за нафиг? Сейчас бабахнет. Юх. Опасно. Так, такой автомат. Надо его переманить, посмотреть, что здесь есть. Аптечный набор, соли, боеприпасы. Нам ничего, в принципе, не нужно. Поэтому ладно. Если сейчас соли найдем, то переманим его на свою сторону, дабы он дал нам денежек. Давайте-ка его купим. Сколько ты нам высыпешь? Не густо, 9 монет. Ну ничего, соли здесь есть. Так, убираем все с трупов. Какая-то инсталляция. Шоу Дикого Запада. О, есть голософон. Давайте его проиграем. Утром заехал Камсток. Он просто остолбенел, когда увидел скальпы. Про белые спрашивал особенно. Я сказал: ну, сэр, если человек живет в джунглях и спит с цветными, чем он лучше них? Камсток даже не улыбнулся. Может, не видел раньше, чтобы белые якшали с дикарями. В общем, теперь я должен найти некую Дейзи Фицрой. Надеюсь, он не ждет, что я сделаю из нее чучело. Да. Хм. Вот теперь нам гораздо будет понятнее сюжет для тех, кто не знает. Английский на уровне достаточно для понимания, так вот на слух беглый. Ой-ой-ой, все потемнело. Мы подходим, куда мы подходим? О, здесь не переведено, кстати. Так. Омстек сражается с народным змеем. Ой-ой-ой. Кто там у нас есть? Китайцы, какие-то греки или это евреи? Ну, судя по вот этим завитушкам, возможно, евреи. И там... Негры точно. И Камсток всех их нагибает. Молодец какой. Так. Российские сволочи здесь живут. Вороны. Слушайте, мракота просто жуткая. Что за нафиг вообще? Вау. Вороны всюду. Фу, не хочется брать с этих столов никакую еду. Красивая одежда висит. Так, соль у нас максимум. Хорошо. Ну чё, ну ведь сбру. Так, если кто не знает, друзья, этот чувак пристрелил Линкольна. Так, а Линкольн здесь, судя по всему, сатана. Я знаю, он в меня видит. Ой! Чёрт, а я-то думал, что они были не злые. Он стал на меня спокойненько посмотрел. Я думал, не надо стрелять. Есть.
щит решает. То есть щит, конечно же, просто... Какие классные картины. Ай, черт, я, наверное, пугаюсь этому. Так, что у нас здесь? Диктофон. Слушаем. Когда ангел Колумбии даровал инструменты для строительства нового Эдема, основатели не мешкали ни секунды. 85 лет люди готовились воплотить Божью волю. Но, когда пришел великий отступник, то принес с собой войну. И луга Эдема окропила кровь братьев. Вместо обещанной свободы нас ждала только смерть. Ну, речь, конечно же, идет о гражданской войне в США. Когда сириане с южанами бились за отмену рабства и, ну, там, и прочие свои блага, бла-бла-бла. И вот, и они почему-то считают, что Линкольн сатана. Я не настолько хорошо разбираюсь в американской-то истории, чтобы понимать, в чем тут посыл разработчиков, но, в общем-то, в целом понятно. Так, хорошо, здесь мы все посмотрели. Ничего нету, везде здесь вот эти классные картины. Так, и поднимаемся на второй этаж. Так, что там дальше нас ждет? Ого, какой красивый-то. За Бога и Отечество. Дому под нами замыслы основателей. Нифига себе, давайте их спалим там нахрен. Вот и получилось так. Что-то он пропал, этот чувак с воронами за спиной. Так, аккуратненько. Ой! Ох, замкнуло. И еще одного, замечательно. Давайте мы тебя раскромсаем. Давно этого не делали. Еще немножко крови. Господи, какая же... Черт, у нас закончилось. Подгорели немножко, да, парни? Есть. Соли не экономим, они все равно у нас будут в избытке, я думаю, даже на этой сложности. Попал, хедшот. И еще один. Отлично. Собираем соли со всех убитых. Давайте спускаться, смотреть. Черт, чувствую себя безграмотной обезьяной. Вот, вот кто знает, что, кто это такой? Я вот не знаю. Так. Ага. Заповеди. Так. О, еще у нас есть. Давайте возьмем щит, он нам так помогает местами. Так, отлично. Ключик. Найдите замок, к которому подходит ключ. Угу. Ну, давайте найдем замок. Так, что нас здесь ждет? Около часа пополудни мерзавец, который, вероятно, имеет отношение к народникам, устроил настоящую бойню. Этот анархист ранил нескольких миротворцев, намеренно нанося как можно больший урон. Это про нас, друзья. Миротворцы, говорите? Ну, конечно. Так, ну, сюда. Хотя, найти бы, может, куда-то ключик пристроить. Может, там сейф был? Черт. Ну, ладно, посмотрим. Защита, защищая нашу расу. Конечно. Так, что здесь есть? Здесь есть ничего интересного. Я просто проверяю, что на случай, если появится какое-то, например, оружие и так далее и тому подобное. Ой. Классно. Какие гигантские строения, слушайте, и никого не, нету. Так, соли. Отлично, соли, это хорошо. Что показывают? Опять психодел. Здесь. Друзья, мне лично интересно рассматривать все эти... вот, есть... Пресвятая Матерь Колумбия, почему мы чтим три символа в память о тебе? Мы чтим клинок, с ним мы сможем отомстить за тебя. Мы чтим ворона, он даст нам глаза по всему городу. Мы чтим гроб, ибо он напоминает, к
чему нас приведет неудача. Мы нашли только что, друзья, секретную дырку. И там нас ждет какой-то подарок. Дальность рукопашной атаки умножается на 3. Хм. Вместо чего мы вместо можем одеть враг, убитый энергетиком. Давайте-ка оденем. Так, сказать сравнение. Дальность рукопашной атаки x3. Слушайте, замечательно как, а? Хорошо. Ну, не совсем понятно, почему оно прям так x3. Ну, посмотрим, как это будет в бою. Потому что нам пока это все очень не помешает. Так, здесь ничего нету. Я сразу подумал, что здесь какой-то сейф будет, но ничего похожего нет. Так, дальше. Так. Зачем вы так со мной? Я просто хочу вернуться к семье. Вот кто-то там жалобно стонет и чем-то молит. Что? У нас там кто-то заглядывает. Ой. Вот это жесть. Опа. Мрачнуха какая, слушай. Те. Жесть. Ну давайте пройдем аккуратненько внутрь, посмотрим, что нас ждет. Никому нет прощения! А вот это. Так, он будет телепортироваться. И нам нужно аккуратненько. Где ты будешь? А, сюда. И подпалим еще немножко в задницу. А, все, откинулся. Откинулся. Красавец. Итак, что у нас это? Есть. Новый энергетик. Энергетик Вигор Вороны-убийцы. Вороны, вороны. Жестокая штука. Ну, посмотрим. Сейчас нас ждет следующий приход. Нажмите, чтобы вызвать воронов-убийц. Зажмите и отпустите, чтобы создать гнездо-ловушку. Вот, отлично. То же самое, что огонь, только не огонь. Здесь нам дают немножечко полечиться и не попадать где. Ой. Во, а вороны неплохо работают, кстати. Станет, судя по всему, противников на какое-то время, чтобы мы могли за это время их расстрелять. Ну, ладно. Так, обыскать труп. Хорошо. Попробуем побегать пока с воронами. Посмотрим. Блин, куда же там ключ можно? О, еще один подарочек. Замечательно. Что тут? Шляпа 70... А, нет, спасибо. Давайте сравним с чем там. Ну, у нас, по-моему, есть шанс оглушить жертву. Это лучше. Просто возьмем с собой. Просто добавь воды. Так, неработающий автомат. И проходим дальше. Вышли опять. Ближе, все ближе, ближе к гигантской статуе. С этой станции я доберусь до острова монументов. Непривычно немножко по ушам бьет голос персонажа главного. Так, дальше. Давайте-ка сюда спрыгнем. Там есть какая-то кухонька, посмотрим, что здесь есть. Так. Немножечко монеток. О, целая зданица. И тоньше. И глаза у него шире посажены. Ага. Какого цвета глаза? Голубые. Так, это там кто-то разговаривает. Не помню. Так. Они были больше. Полицейский, да? С прищуром. Окей, давайте под... А цвет волос. Ой-ой-ой, башка взорвалась. Клочья. О, господи, жестянка как... Так, ну-ка, и еще. О. Получили свое, да? Чьи там порты составляли-то вообще? Уже не узнаем. Мы этого уже никогда не узнаем. Это ей за то, что она помогала тем, кого... Кто хочет нас убить. Мы такие же злодеи, как и они, да? Так, хорошо. Здесь ничего нету. А выходим тогда, что ж, нанесли здесь немножечко счастья, подвергли всех ласке и убегаем. Как говорится, сделал добро и беги. Так, все, все. Вот черт побери, теперь немножко совесть мучает за то, что ни в чем не повинную гражданочку здесь опрокинули. Так, прыгаем. Прямо джедай. Есть удар с...
совершенно спокойным голосом, но только что попросили бросить оружие. Нет, я не согласился, конечно же. Пока тебе. Патроны для автомата у нас в вагон, мы им не пользуемся, давайте мы же стреляем с автоматом. Он слабее, чем пистолет просто, поэтому и не хочется. Так, что нас здесь ждет? Нет прохода, ну конечно. Я вам, конечно, верю. Так. И еще раз напоминаю, что входа нет. Нет, а я все-таки хочу. Так, друзья, покидаем станцию. Итак, мы дошли до острова монументов, чтобы найти, точнее, гондолу сейчас мы должны найти, до острова монументов. На этом, друзья, будем прощаться, будем проходить такими вот порциями от загрузки до загрузки, если они будут достаточно продолжительны, если не будем играть по две части. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Всем пока!